Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас июль месяц уже. Число сегодня, наверное, 7 или 6. Значит, хотел бы показать, как свинки живут на глубокой подстилке летом. У многих моих знакомых как бы возникал первый вопрос, который возникал. А что будет летом? Не будет ли свиньям жарко сильно? Как они себя будут вести? Значит, температура сейчас у меня на улице. Температура на улице 34 градуса. А здесь у нас вот 22. Так, не пугайтесь в плане мои вентиляционные шахты, еще никак не облагорожил, времени нету. Сейчас мы свинок выгоним погулять. Ну, вас брысь отсюда. Пусть идут побегают, а мы будем вносить сейчас месячную норму добавки. Ну, то есть, говорю, добавки этого самого бактерий. Хотел, давайте, не буду отвлекать ваше внимание, тратить долго. Просто покажу, расскажу, что происходит летом с нашей подстилкой. Подстилка, как я уже неоднократно говорил, она разогревается на глубине. А летом, когда температура высокая, верхний слой подсыхает подстилки. Ну вот видите, я вот где-то сантиметров, наверное, у нас тут сантиметра 3 подсохшей подстилки. Вот она как пыль стала сверху. А внутри процесс продолжается, все это перегнивает, ни запаха нет, ни навоза. Мало того, она высохла, стала сухой. Я так понимаю, допустим, рекомендовано там содержать на 2,5 квадрата на голову. У меня две свинки сидит уже взрослых. Когда они были поросятами, это еще полбеды было. Вот две свиньи взрослых сидит. Ну, тут вообще место, сейчас скажу. Метр, тут всего 2 квадрата для них места. Это очень мало. Как бы должно воздействовать отрицательно на подстилку. Значит, когда была осень, когда была зима, да, была, она вот, ну, была слишком сырая. Получается, тут место, где они гадят туалет, и то в районе туалета у них сухо. Верхний слой при жаре, короче, она просохла, когда жара стала. Верхний слой стал, ну, такой, как пыль, да, рассыпаться. В принципе, его желательно увлажнить, конечно, было бы. Но у меня, честно говоря, я не настолько трудолюбивый. Соответственно, времени на увлажнение нема и желания особо ведрами тут тягать. Под ней, под верхним слоем, который сухой и холодный, вот что главное, происходит реакция, продолжает происходить. Подстилка разогретая, переваривает попадающие туда фекалии свиные. Ну, то есть подстилка работает, но верхний слой, он не горячий. Свиньи не роют ям, как они делали зимой, лежек не делают, чтобы греться. Соответственно, все отлично работает. Подстилочка выполняет свою функцию, при этом не нагревает воздух в помещении. Значит, что хочу отметить. Не бойтесь. Не переживайте о том, что будет слишком жарко. Нет, этого не происходит. Температура ничем не отличается. Ну, наоборот, в сарае из-за того, что тут вентиляция, ну, как вентиляция, сквознячок. Ну, и все-таки это не открытое солнце. Получается, температура где-то градуса, вот если днем 35, до 40 поднимается, то здесь где-то 24, ну до 30 не поднимается. Грубо говоря, даже свиньи мясной породы, вот я сейчас покажу вам, у меня тут бегает, ну вот это типа дюрок, помесь там, ой, дюрок говорю, ландрас, что-то там такое, ландрас, там дюрок, я не знаю, что это такое, перевода какой-то. И здесь есть даже потомок Петрена, ну, по нему видно. И все это. А ну вылезли отсюда. Чего ты на меня смотришь?
выпустил их погулять. Я их выпускаю днем по возможности во дворе погулять. Ну, это делается в принципе, ну как скажем, да, им лучше переносить. Да хотя, я смотрю на температуру. Температура ниже, чем во дворе. Во дворе сейчас под 40 уже. Они вон в тень сразу забежали, в сарай спрятались. Там, где сидел вьетнамец у меня. Ну, плюс по чужой там тарелке поелозится, же самое оно. В общем, подстилка не нагревает воздух в помещении. Подстилка не ухудшает, ну, климат не ухудшает в плане жары. В свое время зимой было хорошо, они закапывали с нее, были в тепле. Летом нормально, верхняя часть подсохла, и верхняя часть полностью сухая, она не горит, не греется. Соответственно, для них никаких отрицательных последствий не несет то, что они находятся на подстилке. Свиньи не теряют аппетит. В общем, полностью себя чувствуют очень хорошо и комфортно. Мало того, вы сами можете посмотреть, свиноматки уже большие стали. Они у меня уже второй месяц как супоросные, я надеюсь. Ну, как говорят, там цыплят по осени считают. Но прибавляют в весе сейчас активно. Видно по ним прямо, что они хорошо прибавляют в весе. Вероятно, связано с тем, что они, ну, супоросные. И, соответственно, повышенная температура им была бы вредна. Они бы там, допустим, ну, как-то себя вели и падали на ноги, я не знаю, и были проблемы. Они там и тепловые удары, и могла бы сдохнуть свинья. Но ничего этого не происходит. Подстилка никаким образом не повышает температуру и, соответственно, не ухудшает ну, как бы, климат в клетке. Поэтому смело, вот меня тоже этот вопрос, в принципе, меня интересовал в большей степени. Ну, когда изначально, когда я это все делал, ну, люди рассказывали, когда человек рассказывает, это одно, когда видишь на свои, своими глазами, это уже совсем другое. Вот я могу вам сказать из своего опыта, все нормально, все работает. Свинки чувствуют себя отлично на подстилке. Излишней, ну как, повышения температуры нет. Температура ниже, чем на улице, ну, как в тени. Я же говорю, вот мы смотрели, там 24 градуса, на улице сейчас 34. Когда к обеду, там, к вечеру прогреется воздух, ну, я понимаю, что в сарае все-таки находятся три туши, и они, сарай не очень большой, подстилка не морозит, сразу отмечу, ну и в свою очередь она не греет. Соответственно, можно смело ее использовать в летнее время, в зимнее время. Вон даже две свиноматки вылезли, они даже в лужу не зашли. Вот у них первый признак того, что перегрев идет, только выпускают, сразу с лету заскакивает в лужу. Эти две сухие вон ходят и четко лупаются здесь. Вынюхивают. Свиньям все интересно. Это у меня рыжая сразу побежала спа ванны принимать. Что ты? Вырвала уже ход. А, это она просто пришла рыть канал. Раздолбали весь двор, заразы. Ну ничего, с этим мы все попозже, как с огородом разберут, все это будут доводить до ума. Так что подстилка никаким не вижу. Пока я не нашел в подстилке в глубокой этой именно производство, именно фирма Водограй, глубокая подстилка, чистый пол. Работает исключительно, никаких побочных, отрицательных эффектов я в ней пока не вижу. Использовал ее всю зиму, весна, вот лето, середина уже. Ну, думаю, все, что я мог увидеть в ней, я уже увидел. Все работает просто супер. Посмотрите на эту свинью, вот она выросла. Ноги, мне писали в комментариях, у них будут становиться кривые ноги. Ребят, ну, с ногами все нормально, честно. И передние, и задние не атрофируются, ни какие-то они не дефектные. Все с ними нормально. А это вообще выросла, что лошадь. Гребаный ландрас длинноногий. Соответственно, ну, говорю из своего опыта, если кто решится, захочет разводить свинок, а если кто-то хочет разводить, но его отталкивает запах, вперед, не стесняйтесь, опробуйте. Запаха не будет. Пол работает отлично.
раз в месяц подсыпал опилок, добавил бактерий. Добавка бактерий, там вообще понты. 5 грамм на голову, это, ну, это вообще мелочь, там вообще такие копейки. В общем, вот такой пул выйдет гораздо и дешевле, и удобнее. Я ни разу не выгребал говно из-под свиней, не выносил ведрами с саки. Они выросли уже, ну вы посмотрите, слоны такие выросли, что уже страшно подходит до них. Ну, ходит, так зараза брызгается. И вот за все это время ни одного раза я не чистил навоз, не выносил саки, ничего не делал. Перекапываю, если честно, я, конечно, ленивый, может. Я даже не перекапываю каждый день. Я перекапываю, бывает, что раз в неделю. Бывает, два раза в неделю. И все это работает, все равно оно продолжает работать. Я, понимаете, думал раньше как, вот она сейчас там перестанет, внутри там бактерии умрут, там нет, ничего не происходит. Это реально не происходит, никаких таких там, нету такой уж прям, что надо или там перекапывать его до самого дна. Да нет, на штык вскопал, и все работает, все дышит, все происходит, процесс. Уже вот сколько времени, я, ну, раз в месяц, а то бывает и в полтора месяца, когда забуду, когда вспомню, добавляю этого, этих опилок, и все это, ну, все действует супер, просто супер. Ну, в принципе, все. При летнем содержании не выявлено никаких отрицательных. Куда мы идем? Отрицательных никаких моментов не выявил я, поэтому жара никаким образом на подстилку, чи подстилка на повышение температуры в клетке не воздействует. Смело можно, можно смело ее использовать и зимой, и летом, выращивать на них поросят. Тут я держу свиноматок, поэтому разговоры о кривых ногах и там какой-то, может, дисплазии, я не знаю, что там, ну, люди как бы пишут разное. Ну, я ничего не замечаю такого. Свинья чувствует себя отлично. Поэтому, если кто вас желает заняться разведением, вперед, в добрый путь. Ни запаха навоза, ни самого навоза вы не увидите. При этом не надо будет использовать бешеные бабки на поддержание пола, потому как свиньи его съедают. Только чуть расковыряло, все начинает отрывать кусками бетон. Здесь такого не происходит. Если лет по зиме они у меня там чуть-чуть подкопали, подровнял и все. Летом они даже не копают, им видно там внутри горячо, они пятак и не суют, чтобы не обжечь. Ровненько все сидят в своей, наверху своей подстилочки. Она сверху подсохла, и сантиметра 3 глубиной, она как, ну просто как сухие опилки. Им и спать мягко, и не жарко, и не холодно, в общем, ну полный. Если бы, если жена выгонит с дому, перейду жить к ней. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.